находимся в совершенно новом для нас месте. Нет, это не Нью-Йорк. Это город, находящийся от нас примерно в 30 минутах. Мы никогда здесь вообще не были, решили приехать, посмотреть, что здесь такое. Потому что нашла на Фейсбуке, что у них сегодня будет какой-то, ну, ярмарка. Вот мы приехали, посмотрите, камень весом 250 паунтов. Это около 400 килограмм, такой камешек. Возле церкви находится это... Вот церковь, такое здание, и возле этой церкви находится вот такой мемориал, красиво очень здесь. Вообще интересный такой город, я так поняла. Объясняется, что в честь чего этот мемориал. Я сейчас не хочу читать, терять на это время. Может быть, кто-то остановит и переведет это для себя. Между прочим, это сделано... в честь 11 сентября, да? Ух ты, точно. Когда подъехали к этому месту, Тима с Эвелиной сказали, мы что, возле Нью-Йорка находимся? Это и правда в честь 11 сентября, да? Интересно, красиво. Так, вот здесь что-то, какая-то труба, не знаю, что это такое. 2080 паунтов, ничего себе, около 3000 килограмм, вот это, что это, я не знаю, не могу сказать. И вот туда мы идем дальше, сейчас мы пойдем, будем здесь все смотреть и снимать. В общем, я думаю, что мы не зря приехали, погода как раз сегодня такая хорошая, не жаркая, мы пошли гулять. Я опять бросила все свои дела, и мы пошли гулять. Такие красиво разрисованные стаканы, $10 один стоит. Какой хорошенький. Такая симпатичная. Они занимаются спасением животных. Ну там еще кто-то спит. Тима, ее на тач? А? Такой хорошенький. Илья, иди, Тима, иди. Он говорит, любит, чтобы его погладили. Он что там покрякивает еще от удовольствия. Такой хорошенький, такой пушистый. Илья, дай Тиме. Тима гладит. Чем больше ему нравится, тем больше он разговаривает. Говорю я ему прокатиться на пони, он не хочет. Говорит, они воняют. Я прокатилась бы с удовольствием. Эвелина, ты хочешь на лошадке прокатиться? Да? Нет? Эвелина не хочет. Я прокатилась. Ну, это для детей. Всякие различные изделия деревянные, тоже очень красивые вообще. Различные доски и декорации на осень, уже на Рождество даже есть, тоже красивые тыквы. Интересные такие всякие изделия, здорово. Люди стараются, зарабатывают как могут, продают. Вот даже можно сделать такое чучело самим. Покупаешь заготовку и делаешь. $20 стоит вот такая заготовка. Конечно же, какой же поход куда-то в люди без мороженого. Вот мы сейчас будем здесь брать молочный коктейль, дети захотели. А здесь какая шоколадная красота. Супер. Какие симпатичные стаканчики. Единственное, что вишенка на торте Тиме не нравится. Тима такое не любит. У Тимы шоколадное мороженое. Че, Тима, не нравится тебе такое? Окей, давай я выпью. Ты не будешь? А, сейчас Эвелина уберет, она же тебе сказала. А у Эвелины молочный коктейль дня рождения называется. Не знаю, как это точно перевести. Вкусно? Вкусно. И вот такая. Да. А вот какая интересная декорация. С машины сделали вот такое украшение. Правда, это хэллоуиновское. Но если вот как идея без этого скелета, то прикольно смотрится. Какие пузыри огромные. Вау.
Как здесь красиво! Правда, начал немножечко дождик накрапывать, но ладно, надеюсь, нам это не испортит настроение. Как здесь красиво! Да, дождик мы не ожидали. Начался дождик, и зонты мы оставили дома. Мы не взяли с собой. Тоже вот красиво очень. А здесь прям какой-то спектакль. Музыканты, живая музыка, ряженые, палатки. Ух ты, как интересно. Они? Интересно, да? Ох, пушка что ли там, или что там такое? Пушка какая-то. Интересно. О, они демонстрируют там что-то, свою одежду и оружие и все такое. Можно будет подойти посмотреть. Мы хотим послушать, чтобы они поиграли. Вроде бы они сейчас играть будут. Эвелина, какие это одежды? Какой-то армии или что? Гражданской войны? Civil War. Сейчас будут играть. Ну, давайте, начинайте. Где они эту одежду набрали? Мальчик уши затыкает. Ну, давайте уже. Классно! Тоже вот интересно сделано, красиво. Нужно туда зайти, кстати. Зайдем туда, посмотрим. Да? Здесь такие интересные здания. Вообще очень сильно город отличается от нашего города, в котором мы живем. Он, видимо, более старинный, что ли. Ой, машина тут перед нами прям. Вот такие все какие-то здания, как под старину сделаны. Смотрите, такие интересные все вообще. Очень сильно город отличается от нашего. И вот так вдоль улицы идут эти базарчики, эти ярмарки. Так прикольно. Мы рады, что мы выехали. Неожиданно получили вот такой маленький подарок. Это страховая компания на машину и на дом. Если вдруг, ну, сами знаете, что-то случится, то они выплачивают. Такую сумку нам дали. И Тима, покажи, что там. Сейчас Тима покажет. Ручка. Это, наверное, маркер. Что это? А? Что? Антибактериал, hand sanitizer. Ничего себе. И бутылочка маленькой воды. Так, не обращайте внимания на палец. Так интересно. Спасибо ему. Он только открыл свое агентство здесь недалеко и как рекламу делает. Приятно, да? Такие палаточки установлены, продают различные украшения, там сумочки, не знаю, мы тоже кое-что купили. И чуть дальше от этой ярмарки, посмотрите, находится кладбище. Прямо на территории кладбища сделали ярмарку. Мы в воде свечек.
место тоже интересное. Антиквариал. Антиквариат здесь продается. Такое впечатление, что мы попали вообще в другую Америку. Мы такого интересного еще не видели. Посмотрите. Кухонка с чаем, с кофе. Можно себе сделать кофе. Чай здесь можно купить. Потому что классненько вообще. Че, Тима? Расслабляется. Какая-то чайная комната и французская выпечка. Здесь вроде даже можно что-то купить. Сейчас мы посмотрим. Прям вот в таком. Да, это магазин. Так красиво. Вот нам и пригодился этот антибактериал. Он такой, как спрей. Все, вытирают руки. Вот на такое шоу огня попали. К сожалению, на другой стороне дороги я не могу перейти, здесь машины постоянно едут. Такой стол с антиквариатными вещами, и мы нашли русскую машинку. Смотрите, ЗИЛ-117, $5. Мы ее возьмем, по-любому мы ее возьмем. Ну все, мы уже закончили, направляемся к машине. Я не представляю, как мы будем выезжать. Машин очень много, здесь такое движение. Дети уже устали. Ну все, мы с вами будем прощаться. До новых встреч и до новых видео. Увидимся с вами очень скоро. Всем пока!